Я где-то прочитала, что чтобы получать ответы от жизни, нужно задавать ей вопросы. И вот года два тому назад, когда у меня появилось желание научиться вязать крючком, таким вопросом я озадачилась, вошла в интернет и нашла на сайте фамилию, имя, отчество одного из самых хороших специалистов и профессионалов нашего города Гродно, это Тамару Владимировну. Но за неимением времени и всякой другой суеты я никак не могла позвонить по тому номеру телефона, который нашла здесь, придя, казалось бы, совсем не на курсы, но встретив того самого же человека, к которому хотела два года уже прийти. И ответ получила не просто по вязанию, где научилась с терпеливого внимания Тамары Владимировны того, чего думала, что никогда не научусь крючком вязать. Но и обязательно я должна сказать, что у меня получилось найти еще очень много важных вещей рядом. Я пришла в университет, о котором даже не слышала. Вот буквально полтора месяца назад эта информация мне только пришла. Вот, это во-первых. Во-вторых, я обнаружила, что в наше время может быть настолько деликатной, доброй, интеллигентной атмосферы и отношения к тебе, даже уже опоздавшие и пришедшие позже. И помимо вязания, все, на что я сейчас еще хожу, меня это очень-очень нравится мне. И я внутри себя планирую на то, что это мое обучение в университете будет продляться несколько лет, потому что уже сейчас у меня есть планы на то, чтобы я еще приобрела что-то другое и новое.